Здарова! Мы снова в CS2, и сегодня я с помощью консольных команд сделал 5 больших ботов и 5 маленьких, которые будут сражаться между собой. И посмотрим, кто же победит. Лилипуты или Гулливеры. А ты подпишись на канал, чтобы добить 200 подписчиков. Поехали! Для того, чтобы сделать это, я использовал команду N-Scale. Итак, у нас 5 больших спецназовцев и 5 маленьких террористов. Ставь лайк, если за спецназ. Один спецназовец уже пытается спрятаться. Вот это, конечно, они умирают. Еще хуже выглядит. Но террористы в это время уже заплентили бомбу и происходит перестрелка. Террористы побеждают. А жаль. Закупка у террористов неплохая. А вот спецназовцы подкачали. Бот Громила. Пусть будет реальный Громилой. Он больше, чем Сити у КТ. Но Громиле не спрятаться, его понятное дело могут убить. Он решил сейвить. Ух, какой светлячок. Громила, ты уверен, что спрячешься? Не уверен. Вот Акула, а ты уверен, что... Ладно, можешь не отвечать. Кремлинский стреляет как может со своего пулемета. И снова победа террористов. Дэм. Бот Громила соответствует своему названию. Как же он медленно бежит. Громила, а сейчас-то ты уверен, что спрятался? Голова-то видна. Его правда не видит. Я кустик. Кустик. Я кустик, мать в твою. Я ламповый кустик. Я недобрые кустки. Уахахах. И я не удивлен, снова побеждают лилипуты. О боже, как это круто выглядит. Он как будто их главарь. Так, черт, они застряли. Сейчас на один раунд сделаю их маленькими. Бот Громила, теперь не такой крутой, да? А, нет, крутой, ладно. Сделаю чуть побольше террористов, а то и так понятно, что они победят. Оказывается, великаны не так крутые. Ладно, Громилам это не сильно помогло. И бот Громила решил пройти к оперативнику, который стоит на спавне и ждет. Но нет, Громила решил пойти на шорт. Что за круговорот, ребята, не крутитесь, вас расстреляют. Ладно, в это понимаете. Тем временем счет у нас уже 8-0. И как же круто ходят великаны. Думаю, можно уже переходить к результатам. Со счетом 16-0 побеждают лилипуты, понятное дело. А давайте теперь сделаем 5 лилипутов против таких же 5 лилипутов. Итак, начинается перестрелка, и теперь она явно непростая, ибо хитбоксы у всех одинаковые. Ну, точнее, все маленькие. Тем временем террористы успели заплонтить бомбу на Б, а спецназовец ее уже диффузит, пока те убежали. Бомба больше его. Кремень, ты что делаешь? Вау, реально кремень, дал минус 3. А смог-то не позволит вам убить их. Давайте, ребят, так держать. Макко идет с пулеметом в руках на Б. Короче, комментировать эту игру можно бесконечно, просто посмотрим на результат. Давай, дефьюз, давай, давай. Красава. Ну, кстати, снова победили те же боты, что и в прошлый раз. Подкрутка аима у них, что ли? Но заруба была жесткая. 16-13, как-никак. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поставите свой лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канал, напишите комментарий, устал я уже говорить. Так что всем пока.